С 28 по 30 апреля во Владивостоке состоялась 27-я международная строительная выставка «Город» и Приморский строительный форум. В выставочных павильонах ведущие компании региона представили строительные материалы, изделия и конструкции, отделочные материалы, декор, инженерные системы, инструменты и спецтехнику. А сегодня с нашим партнером, компанией «Основа ДВ», мы представляем продукт, штукатурную смесь для механизированного несения «Тайгер Микс Т-12». Ребята стремительно ворвались на этот рынок и предлагают не только к продаже штукатурные станции, но и сервисное обслуживание для них, что достаточно важно. Как отмечают профессионалы, в последние 3 года наметилась тенденция перехода с ручного на механизированный способ оштукатуривания. Строительные объекты Владивостока сейчас выбирают работу со штукатурными станциями. Преимущество механизированного способа нанесения штукатурки над ручным заключается в скорости производимых работ. То есть если профессионал штукатурит 20 квадратов, к примеру, то с помощью штукатурной станции мы можем заштукатурить 150-200 квадратов, да, за смену. Попробовать себя в роли профессионала и нанести штукатурку «Тайгер Микс» механизированным способом мог любой желающий. Работать со смесью приморского бренда удобно, преимуществ масса. Начинать ей работать можно еще на стадии до завершения теплого контура, то есть до остекления, до выполнения работ по фасаду, при установлении стабильно положительных температур плюс 5. Это позволяет подрядчикам выполнять работы быстрее и сдать объект вовремя. Сейчас во Владивостоке идет строительство нового большого завода по производству сухих строительных смесей, что увеличит мощности предприятия примерно в 4 раза. Запуск завода запланирован к концу этого года. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.